сейчас покажу технику из закрытого гарда у Моплата. Мы находимся в закрытом гарде и берем отсюда перекрестный захват за рукав, берем кармашек. Второе наше действие, мы заходим рукой под его руку и идем не как классический захват, да, чтобы его сорвать вот в этот. Вот этот бум, вы срываете, уже работаете на омоплату с ней, да, сюда. А именно заходите под и идете на бицепс, то есть напряги руку. Вот он напрягает руку, я иду на бицепс, вот, забираю прям такой плотный захват. И отсюда просто раскрываю его локоть в сторону, вот. Ему будет очень сложно сопротивляться против этого движения, сопротивляйся. Не-не-не, вниз локоть опусти, вот. Я его раскрываю, ты сопротивляйся. Вот, мне легко достаточно его поднять, и сразу же на это место, на это пространство я ставлю свою голень. Ставлю свою стопу ему на таз, вот сюда, и моя нога находится внутри. А второе мое действие, это два варианта. Либо сразу же я делаю круговое движение и ставлю свою стопу на плечо, таким, да, шлагбаумом. Либо я делаю креветку и также захожу своей ногой, своей голенью, распираю эту руку. Тем самым я даю себе возможность потом лучше оттолкнуться и отключаю его руку. То есть, если он будет играть туда, ну, например, возьмет другой захват, такой, то я перейду на этот захват. И дальше я отпускаю руку с бицепса и вот уже буду заходить на эту сторону. Вот, у меня был такой захват, я отпускаю его и иду под ногу, как в классической омоплате. И теперь этой ногой, правой ногой я буду толкать, а левой ногой я буду выстреливать вверх. И вот я толкаю, рукой я притягиваюсь и ногой выстреливаю. Вот эту руку я как будто себе в карман ложу, отсюда закидываю. Дальше я закрываю линию лица и переношу две ноги вперед. Вот, здесь я контролирую его. Ему сложно отсюда куда-то уйти, потому что я контролирую и ногу, и руку. Дальше я делаю мах ногой и встаю. Вот, это выход на омоплату. Теперь второй вариант. Вы то же самое заходите на его бицепс, за под рукой, на его бицепс. Открываете, ставите голень. Идете также под ногу. Поставили, да, свою ногу вторую, скручиваетесь, и, например, вы не успели закрыть, да, этой ногой его, он к вам возвращается. Вы сразу же переходите на треугольник, перенося руку на другую сторону и берете захват своей голени. Сразу же придавливаете, ставите либо ногу в таз, либо в пол, как вам удобно, и докручиваетесь. Докрутились, и уже тут закрываете плотный треугольник. И третий вариант, все то же самое начало, раскрыли, поставили, вторая нога, идете на омоплату, и вот партнер сделал реакцию, он взял вас за штанину, да? То есть вам не выйти ни на омоплату, ни докрутиться, ни на треугольник. Отсюда передаете его руку, другую свою руку берете захват, и уже будете работать с этой рукой. Вы можете не передавать, да, эту руку. То есть, но если вы передадите, это будет более плотный захват. Передали. Теперь отсюда начинаем срывать его руку. Не отсюда срываем, а надо ногу максимально колено к себе подвести к ребрам. Вот отсюда. И рука, соответственно, становится ближе. Вы забираете ее под локоть и делаете такое движение. Закрываете свой локоть. И при этом срываете ногой, как удар. И сразу же переходите на рычаг локтя. Отсюда, да, если локоть раскрыт, не так плотно будет. Всегда закрываете его. Вот я закрываю, уже начинает болевой идти.